Определились 10 кандидатов в президенты Республики Башкортостан. Буквально в последний день приема заявок в ЦИК 9 июля из списка вычеркнули экс-премьера Раиля Сарбаева. Как сообщает секретарь Центральной избирательной комиссии Марина Долматова, таково было решение выдвинувшей его партии «Гражданская сила». За деяния, несовместимые с деятельностью и уставом партии. Вот так. И все. Больше других фраз. А что это за деяние? Это не поясняется в решении партии. Не факт, что в выборах примут участие и все оставшиеся 10 кандидатов. В срок до 18 часов 19 июля они обязаны предоставить в ЦИК подписи депутатов муниципальных советов. Напомним, выборы состоятся 14 сентября. Для победы необходимо набрать 50% плюс один голос. Если такая планка окажется непосильной для всех кандидатов, через 2 недели назначат второй тур. Участие в нем примут 2 кандидата с самым большим числом голосов по итогам первого. Кстати, республиканскому бюджету выборы обойдутся в 330 миллионов рублей. Дополнительные 100 сэкономили на камерах видеонаблюдения. Зато абсолютно на всех участках поставят прозрачные урны для голосования.